Здравствуйте. Сегодня я немножко хотел рассказать о том, почему в Сельпо или, допустим, в каком-то другом супермаркете дают вот такие вот карточки. Как видите, прежде всего это предназначено для детей, я так думаю. Во-первых, эти карточки 3D, они переливаются. Конечно, камера не позволяет посмотреть именно, почему это происходит, но это обычные, как когда-то, помните, линеечки такие были 3D. Вот. Неважно. Вот дают эти карточки, скорее всего, для рекламы. То есть какая-то организация заказала рекламу, вот, и они после этого, собственно говоря, это та же самая реклама. То есть мы смотрим по телевизору рекламу, мы смотрим, мы слушаем по радио рекламу, по интернету, а это раздают рекламные такие штучки прямо в магазинах. То есть это, собственно говоря, раздается нам как бы бесплатно, но с другой стороны дети будут играть и захотят посмотреть, допустим, тот же, как видите, 3D фильм «Ледниковый период 4». Так же самое, таким способом можно очень много чего рекламировать. Ну, это один из методов рекламного воздействия на людей. Так что вот такое дело.